Привет! Меня зовут Элина. Я преподаю языки уже 5 лет. Русский – мой родной язык. Также я говорю по-английски, по-испански и по-французски. Как проходят уроки? Вот примерный план базового урока. Сначала я спрашиваю разные вопросы. После этого будет маленькое грамматическое упражнение. Потом я попрошу тебя описать картинки. После этого будет аудиоупражнение. То есть нужно слушать и понять как можно больше. Далее мы обсудим какой-нибудь текст. Таким образом, на уроке мы тренируем все аспекты языка. Говорение, слушание, грамматику и иногда чтение. Также можно заказать только разговорный урок, если твой уровень русского языка уже достаточно высокий. В любом случае, я рекомендую забронировать пробный урок 30 минут, чтобы мы могли познакомиться и понять твой уровень языка. Удачи в изучении русского! Надеюсь, скоро увидимся!